Это наш дом. Сегодня у нас 31 мая. 21:42. И мы сейчас поедем... Машина сзади. Я вижу. А втроем поехала, чтобы Сашка на речку Кую на лодочке с моторчиком. Ура, ура, ура! Моторчик. Так, приехали мы на речку Кую. Вот там плывут на лодочке. Там дальше моторочка идет. Шумит. А это мы. Юра с Сашей выгрузились. Костерок у нас горит, Юркина задница там торчит. Санюшка у меня стол делает. В лесу еще стол нашли. Он его намыл. Вот как. А Юрик занимается чайком. А я дрова. Ой, какая прелесть. Я сходила вдоль этого ручья. Нет, не успела, не подумала. Оказывается, он там идет, не знаю, с каких гор он течет, но течение сильное. Он, конечно, весь в этом, в деревьях поваленных, но все равно кажется, что здесь рыбка должна быть. Наринмарская! Вот она, красава! Мы сейчас ее хавать будем. Слышите? На все лады. Мы собираемся и едем дальше, к желтому камню. Да, Санюшка? Мы нашли протоку. Саша увидел, что плещется рыбка. И вот решили попробовать.
Сейчас мы ее снимем. Саша, она махонькая. Маленькая, а это что? Это сорога. Сорога. А хвост какой большой, смотри. Она меня бликует. Ай, все. Ну все, выпускаем. Все, поплыла. Ну, плыви от берега ты, чудо. Мы заехали еще в одно озеро. Лодочку вот так поставили, под крутым бережком. А ребята пошли смотреть, где можно порыбачить. И что мы видим? Кресло. Можно сказать, мангал. Все цивильно. Уехали мы от озер, и все-таки мы нашли это озеро собачье. Вот оно, огромное озеро. Ух ты, палати. Да, просторно. Хорошо. Четверо можно. Да. Сохнут эти. На 8. Одна только, говорю, ну, щитовая, выдувает быстро. Печка хорошая, буржуйка стоит. Не будь зверем. Будь человеком. Мы сейчас будем пить чай. На берегу. И громко разговаривать. Приехали на то место. Получается, с 11 вечера мы искали это место и нашли его только в 6 утра. Рыбы наловили. Во! Уток я в своей жизни столько не видела. Гусей клин здоровый видели, курлыкал. А мы сейчас будем чаевничать. Вон Юрка уже пытается что-то там нарезать. Ура, ура! Мы приехали. Время 8 часов 30 минут. Утро. 1 июня.